Здравствуйте, меня зовут Юлия Михайлова, и я участница конкурса «Мисс Новочебоксарск-2017». Занимаюсь игрой на фортепиано и на гитаре, изучаю английский и французский языки. В будущем мечтаю стать юристом. Считаю, что в мире нет лучше учителя, чем сама жизнь. Участницам конкурса я желаю уверенности в себе. Здравствуйте! В студии Юлия Михайлова. 15 февраля нас ожидает облачная погода, небольшой снег. Ветер северный, 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Температура воздуха ночью минус 10, минус 8, днем минус 8, минус 6. Обезопасить ваше имущество вам поможет видеонаблюдение от Novanet. Удаленное наблюдение за квартирой, парковкой или офисом с любых устройств в режиме реального времени.